Так, что у нас здесь всего хватает такого? Так, USB тестер, смотрим, что у него. Reform information. Это все на английском языке. Вот пошел возврат. То есть все на английском языке, но надо перезагрузиться. 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 Так. Так. Вот USB тестер. Так. Дальше что у нас? 15 дней после получения на почте, значит, можете открыть спор. Так, что мы сделали, в принципе? Ролик был, думаю, наглядным. Так, это как подведение итогов. Так, а вот информация о возврате. Сейчас должно уже писать на обычном языке, не на английском. Да, вот ракеты прилетели две. Говорят, побили. Так, сумма возврата. Вот, пожалуйста, полный возврат. Банковскую карту. Какой-то номер надо сообщать банку. Ну, вроде так доходится. Номер заказа, история возврата. Заявка на возврат 15-го. Ну, они сразу даже и не сопротивлялись, надо же. 15 ноября. Сегодня. Это что? Подтверждение подведения итогов всех этих доказательств USB тестера, USB доктора. Ну ладно, мотора. Ну и все, думаю, все будет нормально, денежки вскоре вернутся быстро. Ну то есть она нагрета, в принципе, видно, вот зеленая черточка. Смотрите внимательно.
5 вольт. Ну, я думаю, да, такую надо брать. Не накапливай. Так поставь пауэрбанк, будет тебе накапливать. Вот идиот. Чего ему не накапливать? Значит, пауэрбанк, что тебе предложили. Ну, пауэрбанк есть. Показали бы хотя бы какие-то замеры. Ладно, всем пока.